Доходы Северной Осетии за прошедший год выросли на четверть. Это позволило стабилизировать бюджет республики. Об этом Владимиру Путину на встрече в Кремле доложил глава региона Вячеслав Битаров. По его словам, дополнительные источники финансирования помогли обеспечить граждан своевременными выплатами, а также предоставили социальные льготы уязвимым слоям общества, в том числе многодетным семьям. Особое внимание, отметил Битаров, уделяется исполнению майских указов президента и программам общего развития республики. Год прошел, да, как мы начали работать в республике, и в сентябре вы уже избраны руководителем. Как вы оцениваете ситуацию? Увеличили собираемость всех налогов, и в том числе налог на прибыль, на имущество. И все это позволило нам обеспечить финансирование строительства незавершенных объектов по федеральным целевым программам, которые скопились в республике, начиная с 2008 года. Это более 2 миллиардов рублей, которые мы освоили, и объекты вводятся в эксплуатацию. Все были введены в 2016 году.